наступила осень и всплеск проблем, связанных с сердечно-сосудистой системой, те же самые инсульты, нарушение мозгового кровообращения, психические расстройства также прогрессируют именно в это время. Для того, чтобы ваш мозг работал как чистый, хотя человеческий мозг остается неизученным, как очень мало изучили его, то вы можете довериться микросферам. Они абсолютно безопасны. ArtRate предлагает уникальный способ поддержания здоровья. Кто же? Кто является официальным представителем ArtRate на телеканале Shop&Show? Кто представляет эту потрясающую коллекцию? И вот посмотрите, внутреннее наполнение изделия. Это идеальное, кстати, золотое сечение. Это наночастицы, это пыль по своей сути. Но благодаря этим микросферам ваш инфракрасный свет на вашей же волне отражается, накапливается и стимулирует работу клеток. Понимаете? Вы получаете физиотерапевтический эффект. Вы улучшаете кровообращение, при этом вы ничем не рискуете. Понимаете? Только предпоследний эфир. Знакомьтесь. Светлана Крисько. Настоящая звезда наших прямых эфиров. И многие общаются со Светланой лично. Умница и красавица. Вы сейчас подумайте, сколько лет нашей Светлане. Я вам сразу скажу, чтобы вас не томить. 70. Но и танцует, и поет, и бизнес ведет, и расскажет сейчас вам, почему микросферы достойны того, чтобы появиться в вашем арсенале здоровья, красоты и, можно сказать, вечной молодости. Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте! Очень рада встрече очередной, потому что уже 11 лет я считаю это своим занятием в жизни. Такого изделия, нет такого лекарства, нет такого инструмента, который удивил бы меня так, как микросферы. То есть 11 лет назад это изделие попало в мою семью, семью моего брата, мою семью, и абсолютно все были восстановлены. То есть каждый страдал от своих заболеваний, и моя мама, например, очень долго, и у нее был гипертония, и сахарный диабет, и суставы все были больны, отекали ноги. Как у большинства людей в ее возрасте, ей было тогда 78 лет. Вот у брата был очень плохо сердечно-сосудистой системы. На тот момент уже 2 года прошло, как он инфаркт имел обширный, и уже 2 операции были по стенду, ему поставили, и он ждал операции серьезной, потому что 10-сантиметровый участок был 8% проходимости. А мой муж тоже работал в вредное производство, он сначала был моряк, плавал нефть, возил, потом он был рентгеном-механик, то есть тоже рентгеном аппаратура была связана. И все это на 10 лет раньше пенсия у него была. Естественно, последствия вот этого излучения, вот этой работы были очень серьезными. Так вот, буквально за несколько месяцев, не годы, а это 2-3 месяца, 6 месяцев, потому что мы просто результат это видели. Брату, например, через 6 месяцев вот операции предстояло. Поэтому мы только узнали, что через 6 месяцев, что у него все чистые сосуды и операцию отменили. Правда, через 2 месяца он сказал о том, что у него волос стало в 2 раза больше и прошел полиартрит рук. Вот. А у моего мужа все эффекты тоже были в течение полугода. За месяц заросла лысина, через 2 месяца перестали кровоточить десны, а через 6 месяцев уже поддались и вены, то есть полностью ушли вены на ногах. Означает ли это, что те, кто выбирает шапку, кстати, вот вы сейчас видите шапку на Вячеславе, нашем прекрасном, и повязку ArtRate, кстати, для вас скидка, 1500, и универсальная повязка для всех зон, не только суставы, это может быть и спина. Означает ли это, что микросферы способствуют самовосстановлению организма? Не саморазрушению, как это с нами происходит с годами, и с лечением теми же самыми медикаментозными средствами, а микросферы, вот повязка, которую вы выбираете, и наш главный товар, это предпоследний прямой эфир, потому что количество всего ограничено. Так вот, поверить в это сложно, мы уже взрослые и понимаем, что чудес не бывает, но научные разработки еще хотя бы нас вдохновляют. Что же это за микросферы и как они способствуют, в общем-то, излечению от проблем?
Вы знаете, я должна рассказать один случай, который меня вдохновил. Я начала уже рассказывать об этих зельях, очень успешно продавать, но так и не понимала, в чем дело, и не знала. Только одни слухи ходили, что космонавтов восстановили. Но это слухи были. И вдруг я в поезде встречаюсь с мужчиной, который мне рассказывает свою личную историю. А история была следующая. Он что-то пожаловался на боль где-то. Я говорю, как жаль, что у меня с собой нет изделий с микросферами. А он говорит, а я знаю о них, но это было 10 лет назад. Я только буквально там, может быть, полгода распространяла эти изделия. Я говорю, откуда? Потому что ну, никто об этом ничего не слышал. Он говорит, да я в 70-е годы служил в армии, в спецвойсках в Африке. И нас лечили, даже лекции читали о микросферах. И он говорит, 4 года назад, это было вот 10 лет назад, он сказал, нас вызвали и разрешили об этом рассказывать. Поэтому я тебе расскажу. Так вот угадай, за сколько зажило простреленное насквозь колено у меня. Ну, я говорю, как обычно, это 2 недели, думаю, максимум, а так и месяцок простреленное же насквозь, там все затронуло. А он говорит, нет, на третий день я был полноценно в строю. То есть вы можете себе представить регенерацию, какая происходит, когда вы это изделие накладываете. Вы знаете, когда впервые я с этим столкнулась, это было на кухне. Я облила из чайника руку кипятком, обварила руку. И я знаю, что если вы зайдете в интернет и напишите «микросферы, ожоговая кровать», вам выйдут эти ожоговые кровати с микросферы, которые продают за сколько-то там миллионов. Они есть только в региональных центрах. И я знала о том, что они помогают от ожогов. Ну, до какой степени? Ну, нигде об этом информации не было открытой. И вот эту обваренную руку я просто положила на нее подушку. И сидим с мужем, и я знала, что часочек хотя бы надо подержать. И когда я приподнимала ее и смотрела, рука была красная и дергать начинала. Когда я клала подушку, дергать переставала. Ну, думаю, ладно, не будем экспериментировать, будем терпеть час. И мы смотрели кино, сидели час, через час я снимаю подушку, я уже забыла о руке, а у меня рука белоснежная. То есть за час обваренная кипятком рука полностью прошла. Вот тогда мы уже с мужем поняли, что это попало что-то, ну уж совсем серьезное. То, что у нее заросла лысина, то, что у нее вены прошли, это все равно казалось каким-то чудесным. А может быть случайность. А понимаете, а когда физически, ты прекрасно знаешь, что обваренная рука, она должна пузыри появиться, это должно долго заживать, это должны быть примочки, привязки, а тут ничего, и у вас и белая рука. Это только начало, это да. Только начало волшебства. Смотрите, вы заказываете повязку и шапку, и у вас мгновенная скидка в 1500 рублей. Представьте, как вам повезло, микросфера.